Лето – пара летних каникул и отпусков. И, конечно, в планах у каждого максимально хорошо отдохнуть, используя для здоровья провести жаркие летние дни. Лучший вариант – аквапарк «Дельфин», который давно стал любимым местом отдыха всех горожан. А открыл он свой очередной купальный сезон сюрпризом для своих гостей. С этого года каждую субботу и воскресенье у нас работают аниматоры для детей. 2 часа развлекают детей. Так что всех жителей города, а также гостей нашего города приглашаем в наш аквапарк. Преимущество нашего аквапарка – то, что мы находимся в центре города. У нас здесь уникальный микроклимат, а также у нас работает современная система очистки воды. В течение 2 часов аниматоры развлекают детей, играют с ними в игры, проводят различные конкурсы и викторины. Отдав своих детей под попечительство профессионалов, взрослые могут по-настоящему отдохнуть и расслабиться. Разыграем! Аквапарк «Дельфин» находится в самом центре города на территории парка Абая. Этот райский уголок уже давно стал визитной карточкой летнего отдыха туристов. Одна из отдыхающих, Гульбанова Разбекқызы, приятно удивлена новинкой этого сезона. Очень удивили. Ну, я считаю, что это на профессиональном уровне. Сейчас так было сыграно, но неожиданно, честное слово. Я много лет хожу, конечно, и с внуками, и с детьми ходил, когда они были маленькие. И сейчас это было очень красиво и очень профессионально. Ну, вообще здорово, конечно. Ага. На территории аквапарка работают 3 бассейна с водяными горками. Один спортивный, другой для взрослых и третий для самых маленьких отдыхающих с чистейшей водой. Большое внимание в аквапарке уделяют безопасности гостей. По периметру бассейнов одновременно находятся 30 спасателей. Аквапарк «Дельфин» работает с 13:00 до 21:00 и ждет своих гостей.